Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Подписывайтесь. А сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болеете, какой холостяк вам нравится больше всего. И как вам мой новый звук? Классно или не очень? И за кого вы болеете? А в следующей серии нас ждет финал. У Ксении Мишиной будет одно свидание с Эллардом и одно свидание с Алексеем. И как вы думаете, она выберет именно Алексея? За какого холостяка вы болели, напишите в комментариях. А также у меня к вам просьба. Я хочу стать режиссером, но мне не хватает финансов на режиссерские курсы. Помогите мне, пожалуйста, если вы смотрите мои видео и вам они нравятся. Пришлите мне благотворительную помощь, номер карточки внизу. Спасибо. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!